Друзья, всем привет! Сегодня обнаружил такую проблему. Порвалась штанина на моих джоггерах. Решил зашить. Некоторые решают эту проблему из штанов. Делают уже обычные шорты, отрезают вторую штанину. Но мы попробуем зашить. Кстати, оставьте комментарий под видео, можно ли зашить, какими способами. Будет очень интересно прочитать. Но мы приступим. Есть у меня способ. Довольно-таки тяжелый. Но попробуем. Я думаю, получится. Так выглядит в увеличенном виде. Так, друзья, шить будем на вот этой швейной машине. Механической подольского завода. Так что приступим. Так, используем вот такую ткань. Мы ее уже подготовили по размеру вот этого шва. Вот, ну, сейчас посмотрим, как будет все это у нас зашиваться на этой машинке. Также обнаружил, что на вот этой катушке лучше держать мотков больше половины, потому что дальше потом начинает закусывать на вот этой вот штуковине. И уже шить машина перестает. Так, сделали разметку и дальше уже шьем. Так, уже пошли по зигзагу. Потихоньку у нас двигается нормально. Один зигзаг прошли, сейчас второй пойдем. Тут надо руками придерживать, так что продолжаем дальше. Так, закончили мы наше шитье. Все прострочили. 4 строчки и еще зигзагом. Так вот у нас вышло. Обратная сторона выглядит вот так. Вот, классно получилось. Друзья, закончили мы наше шитье наших джоггеров. Я думаю, неплохо получилось. Если кому понравилось видео, ставь лайк, подписывайся. Ну а всем желаю удачи, всем пока.